Библейский портал экзегет.ру представляет. Шестая глава книги песнь песни, перевод российского библейского общества. Я читаю его для библейского портала экзегет. Комментирую их в буквальном смысле любовная поэзия. И в аллегорическом, хотя мы уже не раз убеждались, что эти комментарии не сильно различаются, хотя казалось бы две совершенно разных истории. В пятой главе мы читали о том, как наши влюбленные расстались, и как не просто вернуть любимого к себе. Вот опять-таки, хотите, понимаете, как любовную историю, хотите, как человеческую душу, которая хочет вернуть Бога, которого любит, и которого в какой-то момент отвергла. Ведь и в любви между людьми такое бывает. «Куда же ушел твой милый красавица из красавиц? Куда же он отправился?» Давай поищем вместе. Знать, куда, невероятно важно, да? Но недаром люди, которые друг друга любят, они часто просто сообщают, где они находятся, даже если не предполагается, что они где-то встретятся. А как говорить о Боге, куда это Он ушел, он никуда не ушел. Но где я его найду? Ведь когда мы хотим знать, где кто-то находится, это значит, что мы хотим его встретить, даже не обязательно пойдя туда, но мысленно быть с этим человеком или представить себе его там, то есть перенестись туда. Она отвечает своим подругам, видимо, «Милый сошел в свой сад, в бальзамовые рощи. Там он будет пастись посреди садов, там лилии будет срывать». «Милый мой, а я его, он среди лилий пасется». Вот она представляет себе этого любимого. И, и что? И вдруг получает неожиданный ответ. Казалось бы, он пасется среди лирии, не очень понятно, что там он делает конкретно, гуляет, там, наслаждается природой, не знаю, отдыхает от нее в том числе, тоже бывает утомительно. И вдруг он отвечает так, как будто они встретились. То есть эти любимые разговаривают на расстоянии, им не обязательно физически видеть друг друга для того, чтобы общаться. Это любовная поэзия или это о Боге? Я, честно сказать, не вижу большой разницы. «Ты красива», — отвечает он, — «любимая, словно Терца». Терца — это один из городов Северного Царства, и Терца одновременно созвучно слово «желать». «Ты красива, словно желанный город». Ну, и сама она желанна. «Как Иерусалим, прекрасно. Грозна, как рать под знаменами». Нет, ну что, любимая красивая, я согласен. А то, что она страшна, как армия... Слушайте, но ведь любовь — это и не просто сильное чувство, и не просто чувство опасное. Любовь — это что-то такое, что заставляет человека трепетать. Что-то есть общего у армии и у любимой. Причем армия под развернутыми знаменами. Ну, конечно, в древности они немножко иначе выглядели, но все равно это армия, выстроенная к бою. И любовь — это состояние, когда эта война происходит вот даже между любящими друг друга людьми война не для того, чтобы там победить, убить кого-то, поработить, но для того, чтобы преодолеть что-то. И сама любовь оказывается грозной. Как Иерусалим прекрасно грозна, как рать под знаменами. Иерусалим ведь тоже город, как и Терца. И одновременно получается, что это два города, ну, вроде бы даже красивые города, но в любовной поэзии они не очень уместны, не так ли? Нет, если толковать аллегорически очень хорошо, две столицы, старая столица Северного царства, до Самарии еще была столица Южного царства и Единого Израиля. Вот Господь э, их считает прекрасными, и Он э, проявляет свою любовь к ним, все понятно. А в любовной поэзии, в дословной, может ли женщина сравниваться с городом? Любимая женщина? Может она не просто прекрасна, в ней можно заблудиться, ее можно узнавать всю жизнь. Вот любимый город — это не просто игрушка, которую на полку поставил и смотришь на нее. Это что-то такое, что значительно больше тебя, что живет по-своему, что меняется, развивается. Я вот москвич, я очень Москву люблю. И она очень разная. И мне не все в ней близко. Но вот действительно отношения с любимым человеком, они похожи на отношения со своим родным городом. А дальше совсем странно, отведи от меня глаза, твой взгляд смущает меня. Да, в любви часто бывает такое смущение, но э, ну что же он робкий подросток, который краснеет от одного взгляда своей любимой девушки. И это о Боге так мы говорим. Но в любимое одновременно невероятно ранима, не так ли? И Бог, который любит человека, Он тоже делает себя ранимым. Казалось бы, Вседержитель, всемогущий, да, все слова, которые мы о нем скажем, но одновременно он робкий подросток, который ждет ответа от этой любимой души и страдает, если его не получают. Это в Библии так написано. Твои волосы, как стадо коз, что сбегает по склонам Галаада. Твои зубы, словно стадо овец, что выходит из воды после купания. У каждой близнецы ягнята, и ни один не пропал у матери. Мы уже читали похожее описание, да, вот она прекрасная, и она одновременно а прекрасно как-то странно по сельскохозяйственному, по деревенски, да, стада, стада, стада. Но это же действительно очень сельское общество. Вот стадо это значит, что богатство, достаток, покой, пасется милый, да. А вот он еще и пастух, он еще и следит за этими волосами и зубами как это у зубов близнецы ягнята. То есть, что это из зубов новые зубы растут? Нет, конечно, но для крестьянина очень важно, что его овцы не просто так гуляют на солнышке, греют, травку живут, но приносят приплод. Ни один не пропал у матери как половинка граната твоя щека за твоим покрывалом. Она э, как бы на свадьбе еще, да, у нас вот в этой песне сочетаются свадебные сцены, сцены, которые до свадьбы, их отношения, сцены, которые, может быть, после свадьбы, вот эти сложные их э, такие привыкания друг к другу. А, и вот здесь она еще на свадьбе. И вдруг мы неожиданно читаем. "60 у меня цариц, 80 наложниц, а девушкам нет числа». Вот прям царь Соломон наконец появился в полный рост. вообще в самом начале сказано, что царь Соломон, но мы нигде царя не видели. Мы видели скорее пастуха. А вдруг у него 60 цариц, 80 наложниц, и нет числа девушкам? Что это такое? Это гарем. Вот про Соломона сказано, что у него там сотни и жены, и наложниц. Но к концу жизни их стало еще больше, там сказано 700, цариц и 300 наложниц, здесь пока лишь 60 и 80, да, потом он коллекционировать продолжил. Я немножко смеюсь, но э, понятно, что эти цифры, может быть, не очень аккуратны, может быть, это такое скорее образное описание. То есть это исторический Соломон, как мы говорили в самой первой главе истории любит царя Соломона. А если это аллегорически, то э, тоже ведь можно понять: у Бога ни одна душа, у него нет числа этим душам или народом, если мы ее толкуем, или общинам, если мы толкуем еще по-другому в связи с вот, новозаветным толкованием, что это отношение Церкви и Бога. Но одна голубка моя несравненная, у матери дочка единственная, у матушки ясный свет. Как увидит ее девушки хвалят, царицы с наложницами прославляют. То есть э, эта девушка для него единственная, хотя у него много женщин. Так и для Бога, наверное, каждая душа единственная, хотя у него много душ. Гораздо больше, чем 60, 80, 300. Трудно сказать, но вот э, здесь, помните, в самом начале эта девушка говорила так еще издали приглядывая к своему любимому, в самой первой главе, в самом начале, что девушки его любят, то есть он пользуется популярностью. Но отвечает взаимностью только одной. Да может быть и там всего лишь популярность, которая мало стоит, которая, ну что ли, рейтинг повышает, да, но не выражается в конкретных отношениях. Вот не надо оглядываться на тех, кто рядом. Вот ты единственная у него, и все. Хотя бы сколько их там ни было. Причем, интересно, у матери, дочка, единственную у матушки ясный свет. Сравнивается его любовь с любовью матери к единственной дочери. Наверное, действительно что-то уникальное. Да? Вот, э, мать вкладывает в любовь к своей единственной дочери всю свою любовь, какая у нее есть. И он говорит, да, у меня их много, но как мать тебя любит, так и я люблю тебя, одну тебя. Ну, а остальные тоже ее хвалят и прославляют. Не ревнуют почему-то. Прославляют, кто она, чей взор, как заря, прекрасная, словно луна, ясная, словно солнце, грозная, как рад под знаменами. Опять она грозная. Опять э, любовь — это страшная сила, любовь, от которой робеешь, любовь, перед которой чувствуешь себя уязвимым. И все просто дальше. «Я сошел в ореховый сад посмотреть на зелень долины. Распускается ли лоза, и цветут ли гранаты? Что со мной, сам не знаю. Она вознесла меня на колесницу знати». Это кто у нас тут, царь, простите? «Она вознесла меня на колесницу знати». Он царю, он ее вознес, не так ли? Но смотрите, она, ответив ему взаимностью, сделала его царем. Мы же еще говорили о том, что, может быть, эта песня, она про то, что всякие влюбленные, всякие новобрачные цари-царица вот в момент своего торжества свадебного, да? И э, она вознесла его на колесницу, знаете, она сделала его царем, может быть, действительно простого пастуха, не Соломона, а любого из народа тем, что она ему ответила взаимностью. И вот смотрите, песня как будто нарочно нас запутывает. Кто, где, когда, неважно, неважно, это песня про любовь. В седьмой главе мы, кстати, увидим, как она прекрасна.